Мы становимся успешными только за границами линии смерти. Все, привет. То есть, вот если за границей смерти мы готовы продолжать деятельность, мы становимся успешными. Если не готовы, мы успешными не становимся. Все, точка. Что это такое? Это барьер, это внутренний барьер, когда смыслообеспечивающий у нас в голове живет критик, который говорит, нафига? Ради чего? Чтобы что? Ну, что будет потом? Ну, хорошо, сделали. И тогда появляется граница смерти смысла. То есть, когда вы продолжаете движение за границей смысла.